Этнокультурные центры столицы получили от Акимата кабинеты в одном из бизнес-центров Астаны. Представители 11 этносов уже обустроили свои офисы, которые им были представлены на безвозмездной основе. Накануне Дня благодарности здесь провели день открытых дверей. Каждому дана возможность проявлять свои, развивать свою культуру, развивать свой язык, проявлять особенности своего этноса и так далее. И вот так получилось, что это место символизирует как бы работу Ассамблеи народа Казахстана локально на уровне города Астана.